Полное описание и точность до выхода 13 и 14 серии нового сериала «Дорога к счастью». 13 и 14 серии сериала выйдут в эфир 27 апреля. В новых сериях мы увидим, как Коля полон решимости наладить отношения с Аней. Он врывается в медцентр, где работает жена, и при всех дарит ей букет. Вовка с однокурсниками приходят к Артему в госпиталь. Они собрали деньги, чтобы оплатить реабилитацию. Артем очень им признателен, обещает вернуть деньги, как только встанет на ноги. Коля привозит отца из больницы домой. Ему рекомендовано исключить любые нагрузки. Аня показывает своему пациенту Антону видео о людях, лишившихся ног, но живущих полноценной жизнью. Он наконец-то идет на контакт. Людмилу вызывает на разговор знакомый полковник полиции. Ему стало известно о махинациях Коли с жилищным фондом для детдомовских детей. И теперь Коле грозит срок. 13 и 14 серии сериала выйдут в эфир 27 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.